Идете вот сюда. Видите, какая красивая. Это GitHub. GitHub-овская. Вот, устанавливаете сначала плагин в браузер, который умеет работать со скриптами. Потом устанавливаете скрипт. Потом переходите на шаг 2. И если у вас вот такие блокировщики, тогда вам подойдет подписка. Анти-АД блок киллер. Она обновляется. Вот. Или если у вас другой из вот этих, тогда вот сами как-нибудь там подписывайтесь вот по этой ссылке. И смотрите. Вот у меня Firefox, для него подходит скриптовыполнитель GraceMonkey. Открываем. Вот, прописался этот скрипт. Посмотрим. Низкий поклон разработчикам скрипта и вообще метода. Смотрите, как много всего написано, да? Маленькие труженики, мне прям их жалко. Столько времени убили отлаживать это все. И все это бесплатно для вас, для дундуков неблагодарных. Ну и вот, смотрите. А, блин, все равно появилось. А, как обойти, как обойти. Не обходит. Вот, смотрите, сейчас. В настройки пошли. Не понял. А, списки фильтров, вот они. Вот, ак, лист. Обновлялся. Подписаться почему-то не удалось, извлечь фильтр. Я хрен его знает. Может быть, попробую вот эту ссылку там кинуть. Копировать. Вставить. Подписаться. А, ну вроде подписалась. Ну что-то все равно ни хрена. Не сработал. Ладно, всем пока.